корабля Лифтна! Всех не перестреляй, баба! Хоть один, но до тебя доберется! Чё вы встали на? Шевелись! Вперед! Поджимай её! Вот же лава, под кого вторая свалит, а лохматый жилее! Сама такая же! Вот они вали! Ты ответишь за все! Поранил тебя за это парень, сука! Барон, барон! Только про барона говоришь! Почему он не здесь? Наверное, барон слишком умный, чтобы сюда приходить! Вас послал! Тупой скот послал на убой! А вы, послушный скот, пошел убирать! Мать твою! Ты, блядь, кто такой? Сейчас вас собак совсем быстро убивать будем! Где же этот нож? Еще лишь так! Весь собака добьем, чай пить будем! Это Ланес! Все тихо, да? Никто нет уже? Сюда иди, да? Ты друг, думаю! Дверь Бекину! Ты стой, я лифт опущу! Где лифт, да? Проходи. Кто убил Мунай Бай, мой друг? Мунай Байлер народ Гюль весь в кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Лучше смерть. Маяк, как слышите меня? Прием. Маяк, ответьте. Наш человек у вас. Прием. Слышу хорошо. Ваш человек помог мне. Гюль в долгу. Но зачем вы здесь? 5 лет никто не приходил. Один Мунай Байлер. Гюльнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше до войны центр связи был. Мама работала офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны, искал следы мама. Ничего не нашел. Брошен? Гюль, услуга за услугу. Мы помогли вам, помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо, я помогу. Артём, надо найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период, только свежие. Года с 2013-го. Дамир скоро будет там, можешь на него рассчитывать. Конец связи. Если идти сейчас надо, пока новый Мунай Собака не приехал. Рабочий верстак. Если надо, пользуйся, да? Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Ты умный, но у тебя выбор нет.
Готов? Нет? Скорее тогда. Торопись, да? Да война красиво был. Море был. 5 лет мне был. Мама молодой был. Живой был. Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. Люди в звери превращал. Народ гюль в звери превращал. Не сам по себе. Нефтяной собака превращал. Море уходил. Нефть оставался. Старик умирал, молодой оставался. Собак нефтяной слушал. Собака говорил, он бог огня теперь. Молодой поверил. 5 лет война кончался, мама умирал. Гюль один оставался. Один я сюда ходил. Один знаю, как дверь открывать. Вниз не ходил, вниз пауки. Видишь, проход здесь. Туда лез, потом я.
Thank you.
Степаныч, херовые дела. Через те трещины, что на нижнем уровне получились. Как крайний раз стрекануло, газ просачивается. Токсичный, чтоб ты понимал. Вентиляция его пока вытягивает, справляется. Но что, если снова свет отрубится? Или тряхнет еще разок, и трещины пошире откроются? Я Викторовичу доложил, а он в своем репертуаре сидит у себя в командирском кабинете, бухает и толдычит одно и то же. Не разводить панику, придерживаться директивы 01. Даже я не знаю, что тут делать-то.
дальше жить с Дуль в этой норе не может быть речи. Каждый день открываются новые газовые гейзеры. Скоро весь бункер завалится. Надеяться не на что. Никто уже не знает, зачем мы здесь. Работать невозможно. Спускаюсь вниз только за жалкими крохами, которые теперь называются пайком. Хочется верить, что наверху безопаснее, но это тоже самообман. Люди голодают. Каждый день новости о новых, все более жестоких нападениях и убийствах. Все мысли о Гюле. Доченька, неужели этот кошмар и есть мир, в котором тебе теперь жить?
скоро совсем жутко. А, шайтан! Артём, Юль, уходим! Пока есть свет, они не бросятся! Бегом, марш! Ты Прокмет. Спасибо тебе, Артём. Это тебе. Когда я маленький был, отец дарил. Дамир говорил, с вами девочка едет. Отдай ей. Пусть удачу ей принес. Вы очень везучий. Мунайбайлер много поход ушел, почти весь. Если Орда был тут, вы бы уже мертвый был. Думаю, это наш шанс что-то изменить. А, Мунайбайлер. Это по-русски получается нефтяники, пожалуй. Меня слушал. Как идти, рассказываю. Когда вышел, направо езжал. Там дорога в порт когда-то был. Аня должна быть где-то там. Свяжись с ней. Наверняка она нашла что-то интересное. Я останусь. Попробую выяснить побольше про этих нефтяников. Как узнаю, что полезное, сразу свяжусь с базой.